Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в кремялочку на Silicon с ролеплей. У нас будет обзор сервера, короче. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, мой, всегда мой любимый родной ник, с каким я играю уже долгое время. Так, здесь есть волшебная еще команда, вот так. Типа, перевод аккаунта вам бонус должен давать, я так понимаю. Короче, давайте пропишем эту команду. Как там, команда, во... Давайте так. Эстас. Опачки, тапочки, плюс 30 кака, 5 уровень и 1000 кредитов. Вообще заебись. Как по мне, вообще просто замечательно. Да. Через часа два. Ну, ну-ка, напиши, спроси. Вадим Зорин, короче, привет тебе. Что-то мне чуваки не верят, что-то я, ну ладно, ничего страшного, думаю. Так, и еще это не все, пацаны. Это не все так просто. Пишем команду MM. Потом промокод. И хэштег game. Опа, плюс 2000 кредитов, пацаны. Я думаю, неплохо. Я буду без модпака, к сожалению, потому что, блин, у меня что-то через оперу его очень долго качает, блин, я сейчас качал, в итоге только 100 мегабайт загрузилось, поэтому такое себе. Блять, а ему что, скутера мало, мне интересно? Или он долбоёб? Не, ну, скорее всего, он долбоёб просто. Нихуя себе тут бригада приехала. Ну, нахуй. Ебать, тут изменили этот Батырева. Ей просто до неузнаваемости. Я реально просто в шоке. Просто в шоке. Так, а что мы можем через донат купить? Давайте посмотрим. Информация. Состояние у меня с 3000 есть. Пополнить так. Покупка VIP-авто. Опача. Так, монстр. Опача, ебать. Сказал я себе. На вашем счету не хватает денег. Обидно сейчас было. Наверное, их надо донатить реально. Так, рулетка удачи есть, покупка игровых привилегий. Так, все навыки оружия, конечно, само собой. Ёпта, покупка игровых привилегий. Так, все стили боя. Понятное дело, ебать, я что-то еще каратист. Так, VIP-статус можно еще, хорошо. VIP-номер. 20 тысяч кредитов стоит. Покупка VIP-авто. 70 тысяч. Ну, мы нищие, поэтому, бля, мы ничего это не можем себе позволить. Давайте посмотрим... Что у нас вообще здесь предполагается? Мы просто Батырева изменили, просто жестко прям. И мне это нравится, пацаны, мне это нравится, что Батырева изменили. А это довольно-таки хорошо. Также есть домики, все заебись, все красиво, все нормально. Так, это у нас автошкола получается, но нахер надо? У нас, по-моему, права должны быть или нет? Кстати, ланч сейчас неплохой, 25 человек, пацаны. Да, это реклама, но, блин, пацаны, все делают рекламу. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Там IP, если что, группа будет в описании, кому интересно. Такая бригада какая-то ездит. Все бизнесы, конечно же, выкупили. Это само собой. СТО у нас стоит здесь. Я без модпака повторюсь, потому что я не хотел долго ждать, пока его скачать, потому что я сейчас ждал, и мне только 100 мегабайт скачалось. Это из-за того, что я живу в Украине, пацаны, и опера, блядь. Хуёво качает. А Google я не хотел ставить браузер, поэтому будем без модпака. Я думаю, ничего страшного. Модпак вы, кстати, сами давайте посмотрите и напишите, какой здесь модпак, хороший или нет. Так, ну да, здесь все выкупили, поэтому особо мы ничего здесь не увидим. Давайте пробежимся по GPS, основные места. Мэрия ПХТ Батырева. Давайте к натуре, кстати, в мэрию сгоняем сейчас по болику, посмотрим, что там. Как же, блин, Батырева изменили. Смотрите, там какое-то здание, какая-то ОПГ или мафия. Вот ДЗС-очка здесь стоит. Блин, ну круто сделали, реально круто. Смотрите, вон автосалон, походу, кстати, вон. Я так полагаю. Блин, реально круто, очень круто. Сейчас посмотрим все. Вот то, что именно Батырева изменили так охуенно, это просто респект, реально. Мне очень нравится.
Ну, мэрия находится в стандартном месте, но мне интересно, какой здесь интерьер. Ох ты, ёпта. Неплохо. Неплохо, я бы так сказал. Довольно-таки неплохо. Так, создать семью можно. Всего семей 478. Так, давайте, может, семью создадим. Для создания семьи необходимо иметь... Ага. Да, да. Да, создал семью, да. Молодец. Раскатал губу нах. Так, а что у нас здесь? Ага, это переодевалка для работников мэрии. Я так понимаю. Так, здесь закрыто. Что, здесь только можно устроиться в этот... Создать семью, точнее, и все. А где на работу там устраиваться? Или тут работы вообще нету? Так, сейчас пройдет МП Король Дегла. Ну, бля, я стрелять не умею, поэтому я туда даже соваться не буду. Так, магазин одежды. То, что мне надо. Надо переодеться. Надо... Блядь, ебать, здесь интерьеры охуенные, блин. Ё-моё. Откуда у них такие интерьеры прикольные? Так, давайте переодеваемся, короче. Самый дорогой скин надо. 5 лямов, да, в УЗИ 5 лямов стоит. Не-не-не, я лучше что-то возьму за 5 лямов. А, 500... Сколько? 500 тысяч или 5 лямов? Что-то я запутался. А, 500 тысяч стоит всего лишь самый дорогой скин. Ну, такое. Туда я возьму вот этот лучше. Все, минус 500 тысяч получается. Нормально, что у нас 60 лямов, нам вообще похуй. О, автошкола это, оказывается, фракция, я так понимаю. Потому что государственные фракции, и это автошкола здесь есть. Так, итальянская мафия и русская мафия есть. Прочее. Банк, покупка вертолетов. Покупка яхт. Ёп, бакарек. Наркопритон. Евросеть, загрузить патроны, магазин одежды. Бля, я бы себе вертолетик бы купил. Поэтому поехали. О, давайте тачку купим. Я тут автосалон машин нашел. Да вы охуели? У меня прав нету, пацаны. Что ты кидалово? А что, здесь надо права нельзя купить? Неужели мне придется сдавать на права? Покупка VIP-авто, VIP-номер, рулетка. Покупка игровых привилегий, смена ника, снятие предупреждений. А ну, рулетка удачи. Донат, рулетка. 24 кредита. Так, еще рулетку давайте покрутим. Денежная рулетка. 70 тысяч. Ну, такое себе. Ладно, поехали. Батя, тут автошкола такая интересная. Так. Управление наземным транспортом. 60 тысяч. Сейчас вы будете пройти тест экзамен, чтобы получить доступ к... Блядь. При виде ТС, включенный спецсигналом, водитель обязан продолжить движение, резко остановиться, транспорт снизить скорость, транспорт съезд до СК. Так вот, так. В каких случаях разрешен обгон справа? Всегда запрещен. Разрешен в случае поворота впереди движущегося транспорта средств. Блин, в каких случаях разрешен обгон справа? Да вроде запрещен обгон справа вроде. Бля, ебаный в рот. Я чувствую, я тут застрял надолго. Фух, я сдал тест, пацаны, со второго раза, кстати. Со второго раза сдал тест. Заебись. Вы достигли места назначения. Так. Мне нужно сесть в какую-то машину, да? В икса, я так полагаю. Или в любую можно машину. Давайте я бэху возьму. Не знаю, ну погнали, что сдадим. Следовать по чекпоинтам, без проблем. Блин. Тут вообще надо было, короче, смотрите, как я сдавал на права. Так, вот автошкола, я выехал, вот так вот, и все, сдал на права, блядь. Охуенно просто. Короче, тут водный транспорт, типа, его просто купить можно. И все. То я тогда иноземный, точнее, воздушный транспорт и наземный транспорт. Короче, на машину вы сдаете сами, а эти права можете просто купить и все, и не ебаться. Охуенно, кстати, сделано. Так, нужно купить какую-то бричку, а то на скутере ездить это не дело. Надо какую-то тачку купить, прям чётенькую. Конечно, я без модпака, но похер. Что-то сейчас выберем, я думаю. Так, вот так пафосно надо подъезжать к автосалону, забегаем. Перейти. Опача. Можно вообще себе какой-то мотоцикл купить. А? Как вы думаете? Вот такой бы я мотик себе взял бы. Блин, я не знаю, может, наверное, мотик на туре взять и все. То есть тачек я что-то ничего не хочу брать такого. Ну, такое себе, знаете. Наверное, я все-таки себе мотоцикл куплю.
О, да, детка, я это сделал. Я купил этот мотоцикл, короче. Все, мы теперь крутые пацаны на мотике. Все, заебись. Просто заебись. Я всегда на магазине хотел себе такую мотик купить, реально. Всегда хотел. Но что-то не купил, короче, да. Хотя он не стоит, по-моему, недорого там. Так, давайте поедем, купим вертолетик. Это самое главное. Так, основные места. Нет, не то. Прочее. Так, покупка. Яхту можно еще купить. Ну, давайте купим вертолет. Если вам понравился сервак, то, может, в следующей серии я поеду куплю яхту. Ну, и модпак установлю, кстати, потому что надо скачать его будет. Потому что, блин... Хотя, бля, он качаться будет долго. Очень долго. Если бы через Яндекс диск, просто не Google диск, а если бы через Яндекс диск, оно быстрее бы скачалось. Нихуя себе, сказал я себе, да? Я думал, тут попроще как-то будет. Давайте припаркуем нашего коня. Любимого. Так. Закрываем мотоцикл. И идем покупать вертолет. Так. Покупка вертолета. Продать авто, если у вас есть авто в этом слоте. Так. Хотите купить вертолет? А что, только один вертолет можно купить? За 50 тысяч. Блять, я нихуя не понял. Стоп. Так, это типа мой вертолет, да, или нет? Откуда у меня 50 тысяч кредитов? Кто мне может сказать? Либо я дурак, либо я дурак. Это мой вертолет. О, это мой вертолет, кстати. А... Можно сесть, пожалуйста. Я вот... А чё не открывается? Оно fix car. Car. Открыть транспорт. Так, припарковать транспорт. Что-то я нихера не понял, пацаны. Прикольно, блядь. Купил вертолет, нахуй. Вот я долбоёб. Я в долг кредиты взял, получается, на этот вертолет. А сесть что-то в него не могу. Ладно, короче, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. IP, группа Модпак в описании. Кому понравился сервак, заходите. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.